Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуху Family, и мы сегодня хотим протестить такую игру, как Unbounded. Вот. Посмотрим, как она будет работать. Вот. Так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее, а мы попробуем вам ее показать. Всем приятного просмотра, с вами Казуку Фэмили, кто ж еще? Посмотрим. Так. Чё, всё-таки надо обязательно... Офигеть. Да, надо маленько сбросить разрешение. О. Ага. Понятненько. О, кстати, мне вот... Ай! Серьезно, все равно. Да. Ну ладно. Фу. Там был сокращенный путь. Какого хрена? Да. Ладно. Все-таки на клаве, походу, немного проще, наверное. А тут вообще непривычно, жесть. О, я что-то про этот мост забыл. О. О, да что такое? Еще и два круга обосраться. Я даже не понял, что это за херня, ратуша, блин. Офигеть. Испытательный срок. Нафиг. Весело. Но тут нигде нету, да? Чтоб пробить или есть. Блять. Ну как обычно, да. Взял, профукал. Вот тут просто управление не такое привычное, как бы я хотел. И непривычно, конечно же. О. Не так привычно, но все же, да? Ага. Где там поворот? Что, реально последний круг?
Ну да. New vehicle unlocked. Так, вот что тут еще? Дрифт. А почему я на дрифт не могу? Понятно, тупое управление. Так. Интересно, поменять управление тут можно? Вот если взять... Да ё-моё, чё она так перескакивает? Просто обосраться. Вот, ускорение. А если взять вот это управление, допустим? В смысле? Я с упля... Блять, я с управлением не могу разобраться. Какого хера? Какая, блять, клавиатура? Раскладку мне, блядь, поменяй. В смысле, блядь, раскладка не меняется? Поменяй. Да, пиздец, обосраться. В смысле? Подожди. А ну-ка. Это реально с клавы, что ли, потестить? Ну? А как дрифтить-то, блядь? Так. Ух ты, блядь. А сколько нужно? В смысле? А, понятно. Я хочу с клавы играть, мне вообще, блядь, неудобно с клавиатуры. Надо управление будет поменять. Вот, это же, блядь. Они тут тачки, блядь, просто пиздец неустойчивы. Просто обосраться. О, я помню этот трек. Мам-мам-мам-мам-мам. Бам-бам-бам-бам-бам. На-на-на-на-на-на-на. Бам-бам-на-на-на-на-на. Я хочу быть тобой, на. Это просто хана. Манга-кана-та-на-на. Да. Блин! О. Чем-то мне эта игра напоминает этот, как его, Burnout Paradise. Я помню Burnout Paradise, но хотя бы так. Ой. Ой.